больше времени. Его изменить. Я
Я сам определяю свою судьбу и пророчество, лишь малая ее часть. Неблагодарным созданием вроде тебя не осознать ее масштабы. Проклятое место. За мной кто-то идет. Больше времени.
больше времени. Сделал. Я сделал все, что нужно. Боль уже ушла. Достойное наказание. Будь я сильнее, отказал бы Винард. Нейрелла. Нейрелла, она в порядке? Да. С ней все хорошо. Наша встреча не случайна. Я хотел помочь. Передашь ей это от меня. Мне не следовало забирать. Как темно. Я покаялся. Думаешь, было поздно? Нет. Не поздно. Сейчас свет унесет тебя домой. Ты не видишь его? Да, да. Теперь вижу. Они пришли. Тебе не нужны доспехи, чтобы быть достойным, друг. От преисподней. Больше просить не стану. Тебе не придется. Я видел, как ключ забирают с моего тела, уносят из святыни под присмотром великого змея. Если ты и вправду избранный, все так и случится. Thank you.
Здесь слишком тихо. Где она? Это он? Это Ратма? Я не знаю, решился бы ты поддержать меня в этом новом мире, Ратма. Но я бы ждала тебя. Все равно. Теперь все, чем ты мог бы стать, у меня украли. Украли. Просто врата ада. Он откроет нам двери в будущее. Будущее, возможное лишь благодаря тебе. Твоя жертва не будет напрасной. Слава Свету, ты здесь. Мой сын, он одержим. Не тревожься, Петр. Собор не бросит тебя в беде. Отлично. Похоже, ты умеешь сражаться. Мне пригодится помощь, пока я буду изгонять демона из сына этого доброго человека. Встретимся в подвале. Готовься. Ты узришь истинное чудо. Да хранит тебя свет.
больше времени. Вига просил передать тебе это. Он был хорошим человеком. А Лилит? Она вообще там была? Вы с ней встретились? Когда я добралась, она уже ушла. Было что-то еще. Я это чувствую. Лилит забрала ключ от преисподней, с тела Ратмы. Значит, все зря. Она одна тут добилась того, чего хотела. Найрелла. Она искала легендарного Харадрима. Хотела обрести надежду. Ее поиски тоже не увенчались успехом. Но ей предстояло сыграть другую важную роль. Сказать по правде, мы нуждались в ней больше, чем она в нас. Впрочем, подобное никому и в голову не могло прийти. Инари оправдал мои предположения и оказался крайне ненадежным. Объятый самовлюбленностью, он убил своего сына Ратму. А из останков Лилит получила ключ к преисподней. Где она им воспользуется? Выяснить это можем лишь мы. Вижу, у тебя глаз наметан. Лучшего огранщика, чем я, не найдешь во всем санктуарии. Приноси необработанные камни, и я сотворю чудо. Сама увидишь.
Благодарю. Есть что-нибудь еще? Не зевай на дороге. Здесь это не получится. Забралась как по маслу. Здесь даже холоднее, чем снаружи. Значит, рядом демоны. Верный знак. Возьми мою чашу и поставь перед мальчиком. А я пока поищу нужные строки в молитвеннике. Я знаю, что слуги собора обычно сжигают одержимых. Да, некоторые клирики порой слишком буквально понимают Писание. Сегодня никто не сгорит. О, хвала свету! Отец Энарий, узри. Я проливаю черную кровь. Очисти ее светом. Пусть он наполнит наши... Ничтожество. Этот детеныш мой. О, ангелы! Сынок! Пусть свет развеет тьму в сердце этого младенца. Отец, прогони демона. Ее здесь бессильно, святоша. Никогда я не покорю его душа моя. Отец, молю, защити сие дитя. Приказываю тебе, изыди! Нет, нет! Я вам все кости переломаю. Все кончено. Вата, мой мальчик, ты меня слышишь? Умоляю, скажи хоть что-нибудь. О, отец, где я? Сынок, о, Вата, ты жив и здоров. Спасибо, сестра. Пожалуйста. Ты ведь придешь на следующую службу, да, Петр? И сядешь в первом ряду? Конечно, сестра, конечно. Пусть побудут вдвоем. Поговорим снаружи. Ты хорошо справилась. Из тебя бы вышла неплохая сестра. В Киавашаде еще много людей, кому я нужна. Я бы не отказалась от твоей помощи. Если будет время, приходи. Пойди просто возьми у них хлеб, тупица. Они за него ничего не просят. Мне не нужны подачки от соборских ублюдков.
Приветствую. На помощь. Мой ребенок потерялся во тьме. Пожалуйста, помоги мне найти дитя. Благодарю.
Это Мерос тебя прислал? Жалкий бесхребетник. Ха! Он за это еще поплатится. Нужно больше времени. Ждал тебя. Днем все больше раненых. Итак, дело сделано. Великолепно. Я знал, что тебе можно верить. Ты, конечно же, слышала новое слово истины. Мы больше не будем страдать из-за разных отбросов. Наша судьба воцарится над слабыми.
Благослови тебя, Свет. Если что-то нужно, поговори с командиром. Скорее, иначе мы все пропустим. Ты не чувствуешь? Эльдхейм – святая земля, друг. Благословленная светом Инария. Просто находясь здесь, я чувствую подъем. О, это человек с огромным сердцем. Я пришел спросить, нет ли работы для моего сына, и он его нанял. Тут же. Не знаю, как его отблагодарить, но я что-нибудь придумаю. Не верь всему, что болтают в округе. Лесной народ хлебом не корми, дай только собора клеветать. Забывают, сколько всего мы сделали, чтобы исцелить эти земли. В мире полно опасностей. Защитись от них хотя бы отчасти. Мой молот всегда тебе рад. О нет, ты тоже из его лизоблюдов. Донан то, Донан сё. Все на него смотрят так, как будто он прямиком с небес сошел. А где он был, когда кающиеся насмехались над нами в лесу? Где? Я скажу, где. В своей крепости. Вышагивал по ней, как петух по двору. Я ищу Харадрима по имени Донан. Я от его старого друга. Сейчас он, скорее всего, в крепости. Спроси стражника у двери. Следуй пути света. Добрый человек, помоги старому солдату. А, спасибо, странница. В эпоху пепла меня сильно ранило. Я прикоснулся к демоническому огню. Думал, что это храбрый поступок. Он до сих пор жжет мне руки. Я чувствую, как сгорает кожа. И до сих пор больно притрагиваться к чему-либо, кроме золота. Преступление против знаний. Нас уже не так много, но мы остались. Пока лес говорит, будут и те, кто слушает.
взгляни на эти каменные скрижали. На них ранние письмена моих предков-друидов. Их все уничтожили. Звери на равнинах Гатмар недавно с ума посходили. Принялись разбивать и даже пожирать наши скрижали. Звери есть звери, чего их винить? Но историю надо сохранить. Ты же понимаешь, как она важна? Прошу, верни все скрижали, какие найдешь. Когда-то я обучал Йорина древним обычаям и его мать Брэдну. Она составляла хроники. Они глубоко уважали наши обычаи. В свою очередь, она вдохновила меня провести перепись наших древних реликвий. Она напомнила мне, сколь легко может забыться прошлое. Я слушаю. Он с сыном наверху в главном зале, но не отвлекай его надолго. Папа, мне надо сражаться вместе с другими рыцарями. Чему такая спешка? Я тут нашел мои старые харадримские фолианты. Останься, и мы вместе их почитаем. Несколько я могу взять с собой. У нас гость. Мы вернемся к этой теме. Тебе что-то нужно? Я с посланием от Лората. Да, давно я о нем не слышал. Старик, наконец, спустился со своей горы. Чтобы сказать, древнее зло на свободе. Демон Лилит. И вы уверены, так? Вы с Лоратом нашли что-то интересное. Может, это связано с тем, что ты видел? Да, я как раз собирался. В моей усадьбе стряслась беда. Но лучше поговорить об этом там. Иди осмотрись на месте. Потом я подойду, и мы все обсудим. А что до просьбы? Иди в Брестайк. Будь осторожнее, не отходи от других рыцарей. Ладно, не волнуйся. В последние годы мы почти не общаемся, но знакомы давно. Мы ведь оба харадримы. Я у него сейчас... единственный друг в каком-то смысле. Общительность и доверие — это вообще не про него. Думаю, это заметно. Это случилось совсем недавно, глубокой ночью. Я подумал, мне снится кошмар. Но, к сожалению, ошибся. Мне надо кое-что закончить здесь. Поговорим позже, в усадьбе. Ракма мертв. Я пришел с пророчеством к Инарию, чтобы он прочел его истинный смысл. Как он мог убить из-за него сына? А теперь его заветный ключ
от преисподней в руках у Лилит. Наверное, он как-то связан с Астаротом.